Привет всем! Вы видите, что это SmackDown vs Raw 2008? И что же будет? Что же будет? А будет хардкор или как? Как уже принято называть давным-давно в WWE и CW? Раньше это был больше хардкор, в годах 2002-2003. И ранее. Что же мы сейчас увидим, это, наверное, вы уже знаете, потому что мне понравился один бой, который вы предложили в теме. Это Сабу против Рея Мистерио. А, только я выбрал ерунду какую-то, поэтому, извиняйте, я придется перезайти. Вот. Вот оно. Сейчас начнется избиение Рея Мистерио, как и было предложено. Ну уже, Рей, давай. Давай, ты сейчас получишь как положено. Что это, у него титул какой-то? Ай, черт, нельзя поставить за титул. Или я, может, протупил просто. Ладно. Объект, а ну-ка посмотрим, что тут можно. Вот это мне не нравится. Может, у меня тут что-то еще есть. Гитара, костыли. Наверное, пускай будет гитара. Стол, вроде бы все в порядке. Окей. Вот единственное, что звук не такой громкий. Тут саундтреки обезбашенные. Я просто не могу будет фонить. Почему-то стало фонить. И именно эта игра, не знаю, откуда этот фон взялся. Ладно, поехали. Надеюсь, у меня получится что-то сделать. Потому что последний раз, когда я играл хардкор, у меня мало что получалось. Но я был очень доволен игры за Сабу. Очень серьезный он чувачок. Но тут саундтреки просто жесть. Ну, классные, я имею в виду. Так, вот он, Сабу. Вот это вот замечательное, как это? Да, вот это. Мы так ржали когда-то с этой кривлялки. Ну тут отстой, наверное, показывает. Так, ладно, вот Сабу, вы все его знаете. Точнее, не все, может кто-то не знает. Так вот я скажу, что Сабу вот должен быть на TNA, вот этом хардкор ППВ. Хардкор Джастис, или как там его назвали. И я думаю, что будет вообще жесть какая-то. Вообще будет невероятное что-то. Ну ладно, увидим, увидим, что будет. Это уже потом. А сейчас я должен взять с собой, надрать задницу Рея Мистерио. Оу, Кеннис Мишель. Нормально. Там она где-то в Плейбое снималась, по-моему. Еще где-то, но в порнографии вроде бы нет. Добропорядочная женщина. Да ладно тебе. Ага, сори, опять вот эта вот вибрация. Почему она не засейвилась, не знаю. Я ж вроде бы сейвил когда-то. Да ладно ты. Черт. Блин. Да, вот оно. Извиняйте, вот эта стрелялочка зато. Давай, давай, Решка, заходи, заходи. Я тебе покажу. Да ладно. Да иди ты. Знаешь куда? Вот тебе. My sunshine. Давай, Решка. Вставай. Да ладно тебе. Ага, вот с собой видели, как увернулся. Круто. Так, ну же, давай. Вставай, вставай, я же с собой. Да. Походи так пока. Вот что просто после этого сделать можно, я честно не знаю. Ладно, сейчас что-нибудь достанем другое. А вот смотрите, как я замечательно
Сейчас. Раз, два. Нет. Да что ж такое-то? Я как-то все никак не привык, но... Да блин, давай. Черт, да ты запарил. По горбу. Блин, пока что все скучно, извиняйте. Да, вот, наконец-то. Какой-нибудь замечательный приемчик. Так, а как тут... Черт. Ага, вот оно. Так, ну же, как же мне... как же здесь... Черт, я с другой стороны попытаюсь. Да, вот оно. Пока что стульчик возьмем. Я думаю, стульчик будет нормально. Так, вот оно, ECW. ECW. Сабу. Сабу все скандуют. Да ладно тебе, Мистерио. Я запарился уже. Видимо, нужно тебя хорошенько избить. Ха-ха-ха. Черт. Я не понял, где у Сабу второй спешл? Я знаю, что один у него вот здесь, вот такая душалочка, а второй должен же быть второй. Так, черт. Блин. Да что ж такое-то? Вот так вот. Так, ладно, нужно сделать что-то более интересное, а не такая ерунда, которая сейчас происходит, поэтому... Да судья, мать твою... Судья Гандон! Куда ты опять встал? Черт, сука, я тебя сейчас урежу, урод. Почему я не могу ему... Блять, урод. Вот я уверен, что он сейчас подойдет вот в этот угол, где я стою. Да, наконец-то, я давно хотел. Ага, отлично, лестница. Давай, давай, Рэшка. Да ты чего? Вот такая подсечка. Да ёб ты... Чёрта подери, да. Да ладно, я, блин, уже давно... Это... Давно выкарабкался. Сабу, Сабу. Так, ладно. Сабу, это все хорошо, но... А что я могу сделать с вот такой вот хренью? Сейчас посмотрим. Посмотрим, что я сейчас могу сделать отсюда. Ага, ну такой приемчик, неплохо, неплохо. Сейчас тут, по-моему, можно было что-то еще сделать. Блядь, запарил. Да, вот оно. Только, блин, я не долетел. Опять? Нет, ты долетел. Да твою дивизию. Ну запарил. Запарил, вот. Что это такое? А, это опять спешл. Так, я не буду его долго мучить, все-таки удушающий, он может сдастся. Так, по-моему, насколько я помню, можно было... так, да, вот. Я промазал задницей. Ладно, может быть, отсюда он что-то сделает. Да, неплохо, неплохо. Мать его, а как же... Как же крутить этой лестничкой? Не знаю... Луис, я был в ринге с многими парнями на WWE-ростере.
А, меня своей же лестницей огрело. Так. Пора доставать все-таки столик. Поехали. Только как бы мне теперь лестницу отсюда выкинуть? Нафиг. Черт. Нафиг ее. Так, отлично, еще. Че ты палку взял? Ладно. Сабу. Сабу. Вот так это будет скандовать на Hardcore Justice. Или как там? Замечательно. Так, ну... Ага, да, вот стол, я перепутал. Перепутал. Так, ну, ну же. Да, вот он ставит столик. Еще один. Рыжка Мистерио, Рыжка Мистерио. Я так тоже. Блин. Вот тебе. А теперь вот такой приемчик. Да что же я никак не попаду-то этим коронным сабовским приемчиком. А, зачем ты, подонок, это... Ну ты подонок. Нет, ты так просто не делал что-то. Ага, это я так просто не оделся. Окей. Сейчас я все-таки сабу. Вот. Сейчас ты пожалеешь об этом, что ты сделал. Нет, видимо, не пожалеешь. Что-то он возмужал, и мы видим. Мы видим, как он возмужал. А я что-то никак не попаду-то. Ага, вот, нужно было просто перехватить чуток инициативу. Вот, да. Ну все. Все, урод. Так, а... Я не могу понять, правда, почему нету спешла еще. Я имею в виду сабу. Нужно было хотя бы поставить ему какой-то DDT. А видите, как он просто с моего спешла-то... Да, вот DDT. Неплохо. Я пошел на ринг, поставлю... Блин. Поставлю еще раз этот стол. А, точнее, я вот сейчас... Вот отсюда его поставлю, потому что там не очень удобное место. Блять. Блять. Ладно, ладно, я вот это сейчас возьму. Да что ж ты... Что ж ты такое-то? Почему я не могу ближе подойти к этому... Блин, ну вы посмотрите, что за хуета-то, ну. Блядь. Что же это за хрень-то? Ага, вот. Я только что подошел. Да, вот оно. Ну этот подонок уже встал, мать его. А! Куда ты пошел, мудак? Получи. Черт, я не попал этой штукой. Так куда он уходит-то? Я все никак не могу попасть. Пипец, за лестница. Не, ну это жесть. Ну смотрите, что это. Короче. Наконец-то бэкбрейкер какой-нибудь. А теперь вот такая вот, да, сабуская, модная. А я, что то мне спешла не дали? Охренеть. Ладно. Да слушай, ну ты чего-то? Да, вот оно. Вот что получается. Суплекс вот такой.
На два стола. Неплохо. А, черт. Да нах. Так, куда? Блин, и как мне эту хрень-то поднять-то? Опять. А что это за тормоза-то? Ладно. Ребята, что тут у вас? Дайте мне чего-нибудь. Ладно. Хорошо, раз так. Что-то... Стоп. Что-то за тормоза-то, еб... Да. Вот такой. Да, блядь, ну куда ты полез? А, нет, мне не попасть, видимо. Зачем лестница? Ну зачем ты ее берешь? Зачем ты ее ставишь? Я не понимаю. Ага, фейсбастер. Да ну я не могу курить, что тормозит, блин. А, конечно, конечно, блин. Тупорылая ВГ, блин. Если вы не знаете, то это антивирусник такой, сука, конченый, который постоянно стартует в 12 часов дня, блядь, проверочку делать. Мудак. Ой, сори, я опять вышел из себя. Все, а то я не могу понять, что это у меня ничего не выходит. Вот поэтому как раз ничего не... Блин. Поэтому как раз ни черта не выходит-то. Что можно сделать? Вот. Гитара. Отлично. Electricity in the air, да, in the air. Сабу, сабу. Так, ну же, Рэшка, Рэшка, мистерюшка. Сейчас я сделаю тебе вот этот приемчик, да. И все. Это короночка. Короночка Сабу. Раз, два, три. Все. Мало что я показал, но хотя бы столы разбил.